Здравствуйте, меня зовут Изис Гулиев. Я немного увлекаюсь кочевой культурой, ну и музыкой кочевников, разными инструментами, разными практиками. Ну, в частности, вот таким архаичным вокальным искусством кочевников, которое называется горловое пение, либо хоумея его еще называют, либо бертонное пение. Первая композиция будет называться «Голос Багдо». Когда-то давно великий Далай-лама из легендарной Шамбалы принес камень и бросил его в Астраханской степи. Из этого камня родилась гора Багдо. Сейчас я вам предлагаю послушать ее голос. Thank you.
Мы с вами, знаете, живем в таком удивительном месте, на мой взгляд, как вот Астраханская область, это междуречье такое, да, Итиль и Яйка. Итиль — это древнее название реки Волга, Яйк — древнее название реки Урал. И здесь зарождалось очень много таких кочевых цивилизаций, культур. Половцы жили там, хазары, печенеги, Золотая Орда была. И у нас очень много таких значимых мест, которые можно посетить, да. Например, в Красноярском районе это вот мавзолей Букихана, последнего хана Золотой Орды. Потом есть мавзолей Сид-Баба, это был такой знаменитый ногайский целитель. В Алдарском районе есть мавзолей Курмангазы, это знаменитый тоже такой казахский композитор. Есть также Чуркинский монастырь в Алдарском районе, там находятся чудотворные иконы. Ну и, конечно же, гора Багдо. Вот одну легенду про гору Багдо я вам рассказал, есть еще одна легенда. Это уже степная казахская легенда. Когда-то давно у одного бая была красавица-дочка, и она полюбила обычного пастуха. А бай не хотел, чтобы они вместе были, поэтому они решили убежать. Они убежали, но бай им вдогонку за ними послал своих слуг. И слуги, когда пастуха догнали, они его убили. А девушка легла на том месте, где убили ее возлюбленного, и начала плакать. От ее слез появилось озеро Баскунчак, соленое озеро Баскунчак, да. А там, где она лежала, и появилась гора Багдо. Если сверху посмотреть на гору Багдо, то можно заметить очертания девушки в национальном казахском костюме. Также, если сбоку посмотреть на гору Багдо, то можно увидеть сидящего льва. Калмыки раньше ее называли Арслан-Ула. Арслан – это лев, Ула – это красный, рыжий лев. Также калмыки верят, что наверху, на этой горе, живет Цаганала. Цаганала переводится как «белый старец». Это такой бог, он полубуддийский, полукалмыцкий, покровитель животных и природы. Также они верят, что на вершине этой горы живут духи, которые охраняют великую степь. Возможно, это и есть духи тех самых 6000 воинов великого хана Джангра, о которых мы ничего не знаем. Сейчас хотелось бы для вас исполнить калмыцкий сакральный отрывок из калмыцкого сакрального эпоса «Джангар». В великой стране Бумбе, там, где нет ни лета, ни зимы, есть только вечная весна. На золотом троне, в своем золотом дворце, который только на 3 пальца ниже неба, восседает отважный хан. А окружают его 6012 богатырей. И есть среди них великолепный Санал, и есть среди них отважный Мингиян, и есть среди них непобедимый Улан-Хонгар. Правит ими внук Бодунхана, племянник Менгидорчи, великий хан Джангар. Чей на чей юзе.
большой отрыв. Вообще он очень долгий, это эпос Джангер, и он вроде такой древний, ему 500 или 600 лет, но его нужно учить. А как я познакомился с горловым пением, я немного прожил в Калмыкии, в городе Лагань. И вот когда жил в Калмыкии, там я познакомился с творчеством такого выдающегося, наверное, калмыцкого джангарчи Владимира Ганшкаруля. Очень такой интересный человек. И вот я первый раз услышал его песню, такая знаменитая калмыцкая песня, называется «Джейдун», «Песня о матери», да. И, ну, и джангар он тоже исполняет. И вот когда я услышал «Джейдун», как он его исполняет и какие звуки он выдает, я, как бы сказать, заинтересовался этим и решил попробовать сам этому научиться. Но я с ним познакомился в 2009 году, а начал заниматься гортонным пением горловым только в 2020 году. Так что путь мой был такой очень долгий. Ну, давайте «Джейдун». Если краткий перевод такой делать, там в песне есть... о чем рассказывается. Это песня о матери, это воин, который в походе, он поет о своей матери. Я сижу и стираю рубашку в холодной воде реки и вспоминаю твои теплые руки, мам. Я смотрю, как на другом берегу реки развивается ива и вспоминаю тебя, моя мама. Я сижу и стираю рубашку в соленой воде колодца, который щиплет мне руки, и вспоминаю твои нежные руки, мам. Песня о матери. Теперь хотел бы немного рассказать о самом горловом пении. Горловое пение или гортонное пение, либо его называют хвомэй, правильно? Оно к нам пришло с территории где-то вот Алтая, Бурятии, Монголии, Тывы, Хакасии. Выделяются три основных стиля горлового пения. Низкий стиль, который называется каргара, средний стиль, который называется хвомэй, и высокий стиль, который называется сыгыт.
Все эти три стиля, их еще отождествляют с разными животными. Например, каргарас отождествляется с такими животными, как, например, медведица. Тувинцы, алтайцы говорят, что так медведица делает, когда убаюкивает своего медвежонка в берлоге. Калмыки говорят, что так делает верблюд, когда зазывает самку. Монголы верят, что это раскаты грома. Так звучит стиль каргара. Этот стиль называется каргара. Забыл сказать, что в чем заключается красота горлового пения, в том, что исполнитель может сразу две ноты выдавать. У него идет основной тон, и поверх основного тона накладывается еще обертон. Если вот в стиле, например, каргара будет основной тон, и поверх него еще накладываем обертон. Просто немного по-разному делать еще под стили. О них чуть попозже расскажу. Второй стиль, который называется homemade, он отождествляется с такими животными, как овца или бык. Так делает бык, когда млеет, либо, ну, овца, когда, как сказать, ну, тоже млеет, да? Так он звучит. Здесь звук нужно издать такой немного глубокий, такой гортанный. Это второй стиль был. Можете вопросы, кстати, задавать, если у кого какие-то есть. Постараюсь на все ответить. И третий стиль горлового пения называется сагыт. Он отождествляется с птицами. На мой взгляд, он такой самый сложный, но у него он такой, ну, красивый, потому что у него обертон верхний, который более красивее так выделяется. Thank you.
Третье. Есть еще европейское обертонное пение, оно чем-то похоже на сагрит, но там звук немного по-другому издается, оно легче делается. Очень хорошая исполнительница Анна-Мария Хлефи, такая немецкая исполнительница, она вот исполняет как раз таки песни вот в стиле таком европейском. Есть еще чукотский стиль горлового пения, но он прям совсем легкий, но мы чуть позже к этой группе вернемся. Ну вот, три стиля я вам пропел. Это такие самые известные, но это именно вот такая алтайская тувинская традиция, не европейская, там, не чукотская, а именно алтайская тувинская. Хотя горловое пение, оно есть и в африканских странах, и где-то в Италии, то ли в Испании, там люди тоже поют, и даже славянские песни древние тоже пели с использованием немного горлового пения, такие распевчатые, которые... Так. Следующий инструмент, с которым бы я хотел вас познакомить, он называется шор. Ну, по-тувински будет шор, либо называется сабасхы, либо сурнай, либо курай. Ну, не очень много названий, он практически у всех народов, наверное, есть. Насколько мне известно, самый древний такой инструмент нашли в Германии, ему где-то порядка там 40 тысяч лет было, но он был сделан из кости животного. Такая тоненькая кость, но также с отверстиями. Есть такая хакасская легенда об этом инструменте, тоже молодой парень пастух шел вдоль реки и пас своих овец. И услышал, как в камыши какие-то звуки издавались непонятные, потому что это за звуки. Зашел в чащу камыша и увидел, что одна камышинка сломалась, и ветер начал задувать сюда внутрь и издавал такие звуки. Он решил ее срезать. Изначально было там одно отверстие, либо два отверстия. И решил попробовать на нем научиться поиграть. Как он звучит. Ну, еще хотел сказать, что конкретно этот сделан из обычной пластиковой трубы. Я его почему с собой таскаю? Для того, чтобы людям показать, что, ну, если хочешь играть на инструментах, ничего не надо. Такой у меня забавный случай был, я недавно играл в Ахтубинске, а там собрался коллектив, они играют на саксофонах. Я играл на этой трубе, они говорят, сколько стоит? Я говорю, ну, 30 рублей. Говорят, мы саксофоны покупаем по 40 тысяч, а у тебя это 30 рублей. Я говорю, ну, да, обычная пластиковая труба. Получается, недавно тоже узнал очень такую, на мой взгляд, ну не забавную, а очень грустную такую историю про этот инструмент. У осетинов есть похожий инструмент, не помню сейчас, как он называется, но факт в том, что там молодые парни в Осетии тоже, они начали, как сказать, не развивать, а ну, поднимать культуру свою осетинскую, именно вот музыкальные инструменты свои древние собирать, ну, где-то находить, делать, учиться на них играть. И вот они наткнулись на такой инструмент вот, который похож тоже вот на сабасхы. Они увидели картинки, где на нем люди играют, нашли его описание, как играть не знали. И вот на одном концерте к ним женщина подошла и говорит, в горах там далеко старик живет, вот он умеет играть на этом инструменте, вот к нему обратитесь, он вам покажет. Они к нему поехали, он говорит, ну я плохо играю, дальше в горы поедете, там еще старик живет старше меня, он играет еще лучше. Но это,
Он их научил играть, а оказывается, осетины, раньше на нем играли, вот я играю зубным звукоизвлечением, когда мы через зубы, осетины играли губным звукоизвлечением, оказывается. Ну, мне не совсем прям получается, но это просто инструмент, нужно на губы ставить и вот, искать положение правильное. У меня сейчас не получится, не буду демонстрировать. Почему я эту историю рассказываю? Потому что времени, чтобы забыть о своих корнях, своих традициях, о своих музыкальных инструментах, нужно вообще прям мало, да? Совсем. Вот если бы они этого старика не нашли, никто бы не знал, что осетины играли, оказывается, губным звукоизвлечением. Все бы думали, что они играют тоже зубным звукоизвлечением. Это очень, на мой взгляд, страшно, что мы свои корни теряем. У нас такая богатая культура вообще в России, у всех народов России. А мы больше обращаем внимание сейчас на западную музыку. Мне бы хотелось, чтобы побольше людей, детей наших, конечно, обучалось вот именно играть на таких инструментах, да? Ну, по-казахски, чтобы сказать, раньше наши бабушки играли, дедушки играли вот на таком инструменте. Пастухи обычно играли, или даже кюльши специальные были, которые играли кюи на этом инструменте в сопровождении с доброй, там, с... с кубысом, да, шамкубысом, с разными инструментами. Ну, такой замечательный инструмент. Каждый может его сделать у себя дома, просверлить отверстие и можно учиться играть. Правда, звукоизвлечение не такое сложноватое. Так. Ну, давайте теперь тогда к этому инструменту перейдем. Этот инструмент называется домбра. Есть казахская домбра, есть ногайская домбра, калмыцкая домбра. Ну, у него тоже много разных названий. У него название есть тошпулур, либо сас, либо дудар, например. Очень такой древний инструмент. Насколько я знаю, тоже в Казахстане, где-то под Алматой, есть горы, и в этих горах есть пещеры. И вот в этих пещерах изображены рисунки. На этих рисунках сидят кочевники и играют на похожем инструменте. И эти рисунки датируются там то ли 5-м, то ли 3-м тысячелетием до нашей эры. Как бы это очень тоже такой древний инструмент. Есть тоже такая алтайская легенда про этот инструмент. В горах Алтая, когда еще там не было людей, там жили два брата-великана. И один был такой работящий, а второй был такой, ну, весельчак. Играл на думбре, пел песни. И вот осень наступила, и старший брат, который работящий, говорит младшему, надо этот дом строить, сейчас зима будет, холодно. Тот говорит, нет, не буду тебе помогать, буду играть на думбре. Но он первый день пришел, попросил его помочь, второй день только не захотел. На третий день старший брат просто взял думбру и разбил об скалу. И в скале остался отпечаток. И когда уже люди пришли в горы Алтая, они увидели этот отпечаток, поэтому отпечатку сделали инструмент. Назвали его вот, тошпулуром, там у них называется. Алтайская песня «Харасу». Thank you.
еще есть очень замечательная песня, на мой взгляд, про домбро. Она так и называется, домбра современного ногайского исполнителя Асланбека Султанбекова. Очень мне нравится его песня. В этой песне рассказывается об этом инструменте, там рассказывается о том, что кочевники всегда, ну, кочевников всегда сопровождал этот инструмент. Было им хорошо, они играли на домбре, было им плохо, они играли на домбре. Всегда. Еще в этой песне рассказывается о таком понятии ногайском, как эрдази. Ногайцы всегда были кочевниками, а кочевники, они раньше Новый год справляли в конце марта, начале апреля. И вот ногайцы для себя выделили в это время такое время года, которое они назвали бердази. Почему бердази? Как сейчас объяснить, если правильно? Ногайцы, у них была такая ногайская поговорка: делай что хочешь, гуляй где хочешь, но когда наступает время бердази, будь дома. Почему? Потому что конец марта, начало апреля такое изменчивое время. Может быть холодно, может быть тепло, один день может, ну, в день даже погода может сразу меняться. И поэтому для кочевников это было очень опасно куда-то в поход собираться именно в это время. Потому что не знаешь, как одеваться, как себя вести, что с собой брать. Поэтому они для себя выделили такое время, как бердази. Так, ногайская песня «Домбра». Рассказать, это варган или гопус, он называется, мерчуга, там, еврейская арфа, у него тоже очень много названий, наверное, у каждого народа практически он есть. Есть русская школа игры на варгане, есть там тувинская школа, есть алтайские, хакасские, чукотские. Конкретно этот инструмент, будет гопус, я его назвал эрсары. Почему я его назвал эрсары? Потому что здесь вот вы можете увидеть, здесь изображена тамга. Что такое тамга? Ну, тамга — это печать. Раньше кочевники, у них были такие обширные стада скотины, и чтобы свою скотину узнавать, нужно было клеймо ставить. Вот это тамга туркменского рода эрсары. Эрсары переводится как эр-человек, сары — белый, желтый там или просветленный. Поэтому программа так называется «Хаома — голос кочевника». Мой род эрсары проживает на той территории, где раньше проживали хаома-варги. Раньше Великая степь, она делилась на, как бы сказать, таких три подгруппы. Был правящий класс, были воины и были жрецы. Вот жрецы, они варили хаому, такой священный напиток был. Его пили и поближе к Богу перемещались.
Вот их называли хаома-варги, потому что они варили напиток хаома. Мой род Эрсада, вот он сейчас живет на той территории, где жили хаома-варги. Поэтому варган я назвал Эрсада и программу свою хаома «Голос кочевника». Забыл упомянуть, что у него тоже всего одна нота, а все остальные звуки, они как бы делаются обертонами тоже, а организмом человека, а так он сам даже и не звучит. Еще хотел бы рассказать, тамга, вот еще тамга использовалась раньше среди кочевников, как такой некий навигатор. Раньше в степи, ну, можно было заблудиться, потому что она большая, а законов не было, и как бы ты когда идешь по степи, ты не каждого человека к себе подпустишь, и не каждый человек тебя к себе подпустит, потому что мало ли там могут человека ограбить или убить. И вот чтобы, если ты заблудился в степи, чтобы тебе знать, где ты находишься, тебе можно было просто какой-нибудь любой скотине подойти и посмотреть, какая тамга там изображена. Либо столбы какие-то стояли тоже, где была изображена тамга. И ты уже мог конкретно знать, на чьей территории ты находишься, и какой это клан враждебный тебе, или наоборот, такой лояльный. Такой замечательный инструмент. Маленький, но очень такой функциональный. Следующая песня называется «Усталый день». Это песня на стихи Сергея Есенина. Это в голову такая идея пришла совместить стихи Сергея Есенина и национальное пение вместе с домброй. И вот что-то типа такого у меня получилось. На мой взгляд, немного интересно. Мирного ручья и
под звуки песни соловья. Очень красивые звуки издают, хотя он тоже, ну, у многих народов есть, есть и у казахов, он немного по-другому только выглядит, есть и у китайцев, кубыс называется, у калмыков есть такой же инструмент, только называется маринкур, он такой более квадратный, а вот у туринцев он называется игил, у хакасов называется их, и кили называется у алтайцев. Ну, у меня с ним такие сложные отношения. На самом деле, он у меня уже где-то, наверное, около 2 лет, и 1.5 года я вообще никак не мог с ним справиться. Да, то у него струны ломались, то еще что-то. Я никак не мог научиться в нем играть, и звонил даже пацанам в Тулу, туда знакомым. Вы подскажите, может, какой-нибудь обряд нужно провести, чтобы научиться играть. Они говорят, да нет, ничего не надо. Единственное, говорит, ты его на пол не ставил. Я говорю, ставил. Он говорит, все, обиделся. На пол нельзя ставить. И вот я его сейчас на пол стараюсь не ставить, он так, ну, потихоньку начал уже этот, играть в моих руках. Но я не прямо этот такой игрок, но хороший, ну, сейчас продемонстрирую просто. Thank you.
недавно тоже узнал, вот тоже пацаны рассказывали, парни, в Северной Осетии у них, кстати, тоже такой инструмент есть, опять тоже забыл, как он называется, похожий инструмент. И вот один парень рассказывал, ему рассказывал его отец, когда его отец был маленький, он со своим дедом в Осетии, в горах, пас овец. А дед у него сидел и играл на этом инструменте. Сидит и играет, и вроде такая солнечная погода, и дед говорит, типа, загоняй овец. Он спрашивает, зачем? Говорит, сейчас дождь пойдет. В смысле, говорит, на ниточке же нет. Говорит, сейчас дождь пойдет. И он овец загоняет, и начинает дождь идти. При помощи этого инструмента такие хорошие исполнители могли погоду немного предсказывать. Почему? Потому что компоненты все здесь у него натуральные. Щитовинская легенда об этом инструменте какая, тоже жил один парень, у него был очень любимый конь. Он на этом коне выигрывал скачки разные, но и конь его любил, и парень его любил, коня. И по какой-то причине конь умирает, и парень очень сильно горевал по этому поводу. И вот во сне конь снится парню и говорит ему, возьми мой череп, вот если посмотрите, похоже на череп, натяни на него мою шкуру, вот эту вот верхнюю, да, какая-то шкура сделана, возьми мой позвоночник и сделай из него гриф. Возьми волосы с моего хвоста и сделай струны. Возьми волосы с моей гривы и сделай струны на смычок. И вот он сделал и начал играть. И конь ему говорит, когда ты все это сделаешь, мы будем с тобой разговаривать. Здесь можно издать звуки такие, как будто вот конь реально, ну, как сказать, конь что делает? Ну да, разговаривает, да, как конь разговаривает там. Ну, очень много можно разных звуков издать, я просто еще не совсем хорошо научился на нем играть. Может, в следующий раз как-то научусь, еще приеду и поиграю для вас специально что-нибудь. Ну, такой замечательный инструмент. Еще говорят в Северной Осетии, и вообще не только в Северной Осетии, на Кавказе, людей раньше при помощи этого инструмента искали, когда оползни сползали, то впереди пускали человека, который играл на этом инструменте. Вот он играл, где останавливался, говорит, здесь вот копайте, и там откапывали людей под снег. Что такое? Вообще, как бы казахи верят, что это шаманский инструмент, что при помощи него шаманы переходят там в разные миры потусторонние, да, как при помощи варгана. Варган называется, это малый шаманский ходит, бубен большой шаманский. Вот такие поверья есть. Такой замечательный инструмент. Ну и, наверное, заключительная песня. Легенда этой песни такова. Я, правда, сам написал песню. Но меня навело написать эту песню легенды. Здесь, на нашей территории, когда-то давно жили кипчаки. Кипчаки эти были цурки, так сказать, и это современные потомки кипчаков, это вот нагайцы, казахи, каракалпаки, в основном башкиры. И в Грузии был такой царь Давид. Там у него какая-то ситуация не очень хорошая получилась. Почему? Потому что с другой стороны тоже пришли цурки, только через Иран, и начали Грузию захватывать. И царь Давид что решил сделать? Он решил жениться на дочке кипчакского хана. И он отправил послов сюда. Кипчаком был Артак, Артак хан был, кажется, если я не ошибаюсь. И вот он взял дочку Артака замуж. И потом попросил Артак, типа, на меня там с другой стороны тоже турки нападают, помоги. И Артак отправил 200-тысячное войско туда, в Грузию. Они прошли вот главный кавказский хребет, отбили нашествие тюрков. Там, ну, с этой стороны кипчаки заходили, а с той стороны агузы были. Агузы тюрки заходили, вот они там захватывали Грузию. И когда Артак пришел, этот хан кипчатский со своей дружиной, тогда они отбили атаки агузов, и агузы ушли. И какое-то время кипчакам очень понравилось в грузинских горах, они не захотели обратно возвращаться. Они говорят, ну нам прикольно, а те жители, которые здесь остались, их соплеменники, говорят, что же нам делать? И они обратились к своим старейшинам. И старейшины им сказали, вы хотите их обратно вернуть? Вы нарвите полыни и отправьте им. И когда они почувствуют запах полыни, они вернутся домой. Так они и сделали, они отправили полынь туда, и когда воины степные почувствовали запах полыни, а запах полыни для них это запах дома, да, потому что это степь, они вернулись обратно. Такая легенда. Еще
вот это горловое пение связывают с турскими, как сказать, с богами кочевников. В пантеоне богов кочевников три основных бога было. Это Тенгри, это богиня ума. И вот с Тенгри связывают верхний стиль, с богиней ума и связывают средний стиль, Хоумей. И был еще Эрликхан, хан подземного царства. С ним связывают именно вот третий стиль Каргара. Но в этой песне они тоже будут перечисляться. Я попробую проговорить их голосами. Да, как бы они говорили, эти боги. Запах полыни под завывание веселого ветра, и где-то там на окраине мира ты вспомнишь первые минуты рассвета своей родной и широкой степи под вечным взором великого Тенгри. И не желая другой судьбы, ты вновь вернешься в родимые земли, кочевник. Я вам желаю, как этим кочевникам, всегда возвращаться домой, где бы вы ни были. Потому что дом — это самое родное и любимое место. Спасибо. Спасибо. Может, какие-то вопросы? Еще раз можно спросить? Я с Астрахани. А, ну вы сейчас с Красноярок. Да, с Красноярок. Не, нет, родовые территории в Туркменистане, это Туркменистан, да. Вот так живу сейчас в Красномеру. Ну. А еще вопрос можно попасть в Ленинград? Хорошо, в Ленинграде, но зубы страдают.
ну, там железо же может быть немного страдает. Может, давайте, кто не хочет поучиться головоломке? Ну, попробуйте хотя бы. Ничего сложного вообще нет, на самом деле. Вот, да, вот этот самый низкий стиль Каргера, который, да? Вот, там задействованы ложные связки. У нас в горле есть натуральные связки и ложные связки. Натуральные — это которыми мы разговариваем, а еще и сложные, которые нам от животных остались. Мы ими никогда не пользуемся, за исключением таких случаев, когда нам вот крошка в горло попадает, и мы так делаем. Ну вот, может попробовать. Если кто не хочет. Ничего сложного нет, нужно просто вот этот звук поймать, понять, как он делается, и потом просто два раза сесть ровно, два раза выдохнуть. Еще раз. И на третий раз делать такой звук. Это будет чукотская горловая линия. Но они, несколько человек собираются и начинают распеваться. А потом этот звук нам нужно просто чуть-чуть вверх поднять. И все. Это будет вот самый низкий стиль. И все очень легко, да? Ничего сложного нет. Ну, если ты ничего не хочешь, все. Спасибо. Хаун. А сейчас там рецепт утерян. Вообще даже никто не знает. В Индии какой-то аналогичный напиток есть, но сейчас его вроде не делают. Тоже. Ну, древний напиток был, хаун. Ну, я не знаю, там на основе каких-то, наверное, растений. Не из грибов. Там грибы не росли в той стране, ну, не, да, росли, но не так. Там, скорее всего, наверное, что-то завязано, может быть, на конопле или еще что-то. Такой напиток был, да. Его выпивали, типа как... Вообще, раньше, я, когда маленький был, я такие звуки пытался издавать. Я же говорю, я начал с 20-го года только заниматься. Вот маленький был и пытался такие звуки издавать. И мне родители всегда говорили, не делай так, кто-то умрет, кто-то... Я не понимал, почему кто-то умрет. И вот недавно узнал, есть такая казахстанская группа Аркаин, этногруппа. И вот у них несколько песен есть на основе горлового пения. И они поехали в Китай выступать. И китайские организаторы попросили их, а вы спойте, что вы будете петь. И они спели вот эти несколько песен на основе горлового пения. Китайцы говорят, нам этого не надо. У нас это не поется. Почему? Ну, у наших людей, говорит, паника, когда они слышат такие звуки. Начали разбираться, почему, оказывается, раньше еще воины-кочевники, перед тем, как в бой пойти, они садились по кругу и распевались горловым пением, в такой некий транс вводили. И это было, ну, где-нибудь возле китайских городов, например. И когда китайцы слышали это, они понимали, да, кочевники пришли, все, сейчас будет что-то жесткое. И у них это все отложилось на генетическом уровне, и они сейчас до сих пор, когда слышат, думают, опять, да, степники пришли, надо уходить там, что-то типа такого. Поэтому... Оно очень хорошо влияет на организм и на тех, кто слушает, и на тех, кто поет, потому что там, ну, начинает вибрировать весь. Варган тоже, кстати, когда на варгане играешь, можно получать такие слуховые галлюцинации немного, там, можно видеть даже что-то искаженное. Я дома пробовал, у меня есть такие часы, у них такой LED-экран красный. И играешь, когда на варгане, вот так смотришь на них, они стоят циферки, а на варгане начинаешь играть, и они начинают вот так бегать. Это из-за того, что... Вибрация от варгана поступает на хрусталик глаза, и он тоже начинает вибрировать из-за этого. Хрусталики, и еще в ушах вот эти молоточки, они тоже начинают вибрировать, и можно слуховые галлюцинации включить. Ну, такой медитативный инструмент. Сидишь, начинаешь играть, и трудно остановиться. Ну, просто сам себя уходишь, начинаешь какие-то мысли там сидеть. Так. Ну, все, спасибо. Спасибо.